И всем привет, с вами, как всегда, Паша 437. Сегодня у нас КС 1.6 Зомби Молотен. Сейчас мы его скоро запустим. Поиграем на опять на своем сервере Битва за жизнь. Как всегда, наверное. Не забывайте заходить в него, я каждый день тут ролики снимаю. Так что присаживайтесь поудобнее, да смотрите видео до самого конца. Мы уже начинаем. Так, сегодня сейчас мы его скоро запустим. Сейчас поставлю Леноту на другое место. И так что, друзья, стремитесь, будьте енотами. Кому нравится енота, просто ставьте лайки, кому нравится енот. Кому нравится быть енотом на программе Фейсрик. Подождем. Так, вот. А, его, блин, он недоступен, блядь. Ну, походу, ломал кого-то. Блин, и Настя. Блин, теперь у нас уже битва за жизнь уже сломали, нафиг. Бедный сейвак. Значит, будем играть на севере. Просто другой мир зомби. Дам ей пивку. И будете играть вместе со мной. Я жду сервер. А чё, что опять? Блин, кто-то разрушил на север. Кто-то разрушил на север зомби мод. Ну, я думаю, кто-то один из болванов разрушил на север просто. Ой, мамочка моя добрая. Чего это, блядь, тут происходит? Господи, зомбаки горят. Прям как в аду. Ой, мышка. Они горят как в аду. Бля, что у вас тут происходит? А, я помню это место. У кого акашка тот? У него пулемет. Я буду как калашником. Патроны у меня кончились. Сейчас будем тусить. Все, прибили бедного чувачка. Зомбаки. ВП. Снайперка. Кто из вас из первой спидозы? Ой, блин. Спрятаться нужно в этом месте. АК-47 инфицирован. Так, кашка. Сколько минут здесь сняли? Конечно же, 4. Господи. Килеб 2.
Подожди, на крючок, да, типа? Сейчас будем тащить. Как сказать им, зачем вы рашите? Йоу. Взял бы гранату. Ой, есть пешка. О, вот это. Дай ей вот это. Господи, походу это мапа выученная. Ой, ну нафиг. Ну нафиг. Закрой. О, кто тут застрявший такой? Стреляй. Господи, матерь божья. Пошел нафиг, пух и прах. На нафиг. Уэ! Ну как ты меня заразишь-то, чувак? Я тебя все равно закрою. Закройся, блин. Вот, все. Сейчас буду всех закрывать нафиг. Вот так вот нафиг. Блядь, какой ты дебил, блядь. Битва за жизнь сломали. Север, короче, в котором мы играли в Соби. Так, вот его. Блин, там... Где эти уроды, они вроде тоже. Где эти уроды, они вроде тоже. Сколько нас осталось-то, походу? 4 террориста, блядь, а надо их 9. Как я по-твоему вас за... 4, 3. Какую мапу выбираете, пацаны? А, блядь, вторую, блядь, часть. Точняк, вторую. Я буду каждый день выбирать мапу, какую, блин, будет нас... На сколько процентов будет мапа? До многих процентов надо, блин, нажимать, какой будет мапа на следующем раунде. Баваны какие. Ну нафига во втором раунде купить? Блин, поменяли бы вместо этого мапу. Ой, блядь, кто на этом наткнулся. Господи, кто на этом метки. Господи, я слышу, кого там бьют. 4 минуты осталось. Мне тут, блин, что-то. Походу все они уже. Походу им кама. Ой, ой, мамочки. USPSRX. Я поставил себе вместо этого Азимова на USPSRX. USPSRX поставил бы на этой мапе. На этой мапе я поставил USPSRX. Я завтра обязательно скачаю мод USPSRX и мапу. Ой, ой, ой. Ой. Чего, блин? А кто это такой, блин? Спрыгнул, блин, такой. Наш сыр взломал тебя, да? Ох ты! Горите в аду! Горите в аду! Скольки засняли, чуваки? 9 минут уже. Сейчас 10 уже. Ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра.
Я жду, ну давай вот эту мапу немножко доиграем. Кого тут убивают с АК-47? Я бы ЗСГшку себе купил или пулемет какой-нибудь. Ну как ты спрыгнешь, чувак, если все равно не достанешь. Как ты его достанешь-то? Зомбаки. Зомбацкие. Господи, откуда у него такой меч, блядь? Может, обновление такое вышло? Вот такой меч. Ну, кого-нибудь там с гавкой. Непонятно, на кого не гавкой. Господи, как будто он убегает от врагов. Давайте хлопайте его как морозную моровку. Все, прибили чувачка. Лично молода. О, я пулю пулеметчиком. Я буду бой как с пулеметом ходить. Я буду пулеметчиком. Все, блин, кончилась их опасность. О, ты кто? А, это ты? О, зомбак только что пробежал. Сколько минуту засняли? 12. Уа! Чувак, ты здесь? Вот он. Давайте, убивай его. Пошел нафиг. Нифига себе! Нифига себе, тут много! Нифига себе, нифига себе, тут много! Нифига себе, тут много! Заряжай быстрее! Давай. Давай, нифига себе, тут много! Нифига себе, я бегаю, бурлака! Давай, достреляйте, я сейчас забью клавиатуру! Давай, 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 давай! Чуваки, давай, тянуть! Офигеть, они опасны, блин! Ой, что это? Давай! Давай, давай! Давай! Да пожалуйста! На нафиг! О! Тут другой разговор! Нет, нет, туда! Армия вот этих чубриков выплывает! Зомбаки, блин! Давай будет МК. Нифига себе, тут страшно, блядь. Давай вот этот раунд доиграем еще. Чувачки, стойте меня. Стой. Офигеть, их много, блядь. Офигеть, их много, блядь. Блин, успел. Ну, блин, ну как ты с первого раза, блин. Ну, блядь, ненавижу, блин. Что тебе надо? О, вот это сладенько. Сладенько. О, вот это сладенько, сладенько. Иди сюда. Давай, чувачок. А, у меня поджарили. Вот он еще один сидит. О, еще один кто-то чупакабрик сидит. Да блин. Ах ты. Я даже спастись не успел, этот вот зомбака. Надо так до бедака, ты что, с ума сошёл, что ли? Ах ты какой загоняющий. Да блин, зачем тупо с собой дробовики? Да,
блин, зачем у вас... Блин, зачем вам обои, дробовики? Нечестно. Он зря вот этот... Если бы он не заразился нафиг, я бы вообще бы остался с ним. Молодец. Это сервер нас сломал. Ой, ну ладно, друзья, давайте мы уже сейчас скоро будем завязывать и продолжим все как в следующих сериях. Если кому понравилась эта серия, не забудь написать комментарий. Очень угарная серия была. Так что всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, оставляйте все свои комментарии. А если вы не досмотрели 30-ю серию про CS 1.6, то досматривайте ролик.